Ты впереди слышал, что я тебе говорил? Появился новый человек. Да, про Перфильева что-то вы хотели сказать. Да, дальше Перфильева. Он где-то был у мормонов когда-то раньше. И зашел на меня, ну я ему все по православию-то поразъяснял. И он от них отошел, как он сказал. Ну он такой, как ну, люди, которые привыкают с одного места в другое переходить, они никогда не успокаиваются. Они всю жизнь где-то ходят и ходят. Вот у нас такие были раньше, хорошие люди. И они пришли, побыли маленькие, опять исчезли, их нигде нет. Они против не сказали, а просто сгинули. Я могу назвать их, ты сам знаешь, кто у нас были тут. Вот нищета, содружество наше. А поэтому, после этого он прямо восстал. И на такие пакостные стал писать мне. Ничего, совершенно ничего. Ни переписки не было, ничего. Я опять вернулся туда, к мормонам. Это-то настоящий. И против церкви он сколько тут. И в таком положении он был до вчерашнего дня. Так что будь осторожен, смотри. Все может быть. Может быть, Господь его уже и вразумил. Я про это не знаю. Но для меня было вчера не то, что там радостно, а я удивился, что он сюда зашел и нашел. Да еще мало того, свой ролик показать, что, дескать, он со мной знакомый. И вот так. Поэтому будь очень внимателен. Человек, если он по-настоящему обратился, ему нужна помощь, чтобы он знал свои болячки. Если он там был, он этим запахом помоек пропитанный. У нас бабушка говорила, трудно выпаривать деготь из бочки деревянной, где хранился деготь под засолку. И вот я не знаю как, но если я сейчас посмотрю, найду наша где-то маленькая была переписка. Нет, а там ничего переписки не было, он один. Я не отвечаю, а он клепает и клепает на веру. Я, может быть, сброшу, если есть. То ли в моем мире это было, или где-то так вот. А может, он другой канал, это сделал себе уже. Ну и все такое вот. Просто предупредить. Все, пока. Сейчас скидываю тебе суды. И рядом еще один сброшу. Рисунки эти, которые Вячеслав. Так, а это еще у меня попутный вопрос. Когда я начитывал, а потом вы после этого стали, ну, как бы на эту тему-то продолжать, эти два ролика слепить или отдельные сделать? Можно отдельно, а можно и слепить, а можно и слепить и отдельно. Ну, как, ну, я отдельно два сделаю, то есть напишу, что продолжение тогда. Ссылку там сделай, ну, к такому-то вопросу дополнение. Дополнение в яве или в натуре. Это очень интересно. Дело в том, что составить вот такой вот на тему суды, вместе всех попов собрать сегодня с патриархом вместе, и им даже сотой доли не составить, потому что их не было, судов-то. А если и были, так с кого были, тех уже расстреляли, нету. А вот такой обширный материал, со знанием всякого дела, с указанием материала, это я не знаю, есть ли где. Ладно. Ну спасибо. Все, с Богом. Жду от тебя эти новые. Сейчас поставлю заказчик.